Я захожу, уже мне оттуда лететь, толпа народ. Я испугался. Два раза я лицом закрыл, но так махнулись. Именно так Мансур Исмаилджанов объясняет свои действия в тот момент, когда он нанес смертельный удар ножом болельщику «Спартака», жителю столицы Антону Феоктистову. Сейчас Мансура обвиняют в убийстве москвича. По версии следствия, между мужчинами произошел конфликт, и подсудимый использовал холодное оружие. Он настаивает, что оборонялся. Семья погибшего придерживается другого мнения. Родственники убитого настаивают на максимально строгом наказании, так как из позиции обвиняемого, подсудимого в настоящее время, не видно о том, что он раскаялся. Он не принес до настоящего времени никаких извинений родственникам убитого. Он пытается уйти от ответственности. Свидетели трагедии в один голос утверждают, что беды в тот вечер ничего не предвещало, и конфликт возник внезапно. Мы пошли гулять, смотреть город, были на набережной, ничего особо не происходило. Ближе к вечеру вот, попали в это заведение. Очень много людей было, все на позитиве. Ничего такого страшного не происходило. Адвокаты сторон, выступая в суде, опираются на видеозапись с камер наблюдения в кафе, где произошла трагедия. Ее на процессе просматривали уже неоднократно. Журналистам запись пока не показывают. Обнародуют ее только после приговора. К слову, он не за горами. Судебный процесс уже близится к концу. Служители Фемиды выслушали свидетелей, осмотрели вещественные доказательства. Впереди прения сторон. Людмила Данильна, Андрей Тишин, Алексей Ногинский. Специально для 63.ру.